На сцене городского театра должностные лица разных филиалов таможни. Но вместо формы – артистические костюмы, а вместо работы – танцы и песни. Конкурс объединил работников Южного таможенного управления в творческом порыве. Сегодня был 20-й мотоконкурс для таможенных органов Юга России. Но я хочу отметить, что это второй региональный этап, а вообще конкурс проводится по всей федеральной таможенной службе. Соответственно, это 20 лет, юбилей сегодня год. На юге России у нас участвовали все 8 таможен, которые находятся в штате Южного таможенного управления. Более 100 участников боролись за первое место в одной из 9 номинаций. Танцы, вокал, инструментальное исполнение – вот основные направления конкурса. Новороссийск, Ростов, Краснодар и многие другие города увезут домой дипломы и награды. Мы не первый год уже участвуем в этом конкурсе. Нам очень нравится. Мы очень благодарны таможенной службе за то, что она дает нам возможность участвовать и раскрывать свои таланты. И работать не только на благо Родины, но и раскрывать себя как творческие личности. Все участники смотра конкурса получили яркие впечатления и новый творческий опыт.